У середине этого тыдня в регион вернутся морозы. Резкое понижение температуры поветра отбудется у ночь на 26 студеня. Как поведомили в областном гидрометцентре, в ближайшие дни по-ранейшему будет вельготно и ветрено. В особных районах краины максимы невеликие опадки, снег, мокрый снег с дождем, туман и слабый гололед. Температура поветра ближайшей ночью в складе от 0 до минус 5, завтра в день чакается от минус 2 до плюс 3 градусов. У сераду максима слабая мятелица. На протягу суток прогнозуется от минус 4 до минус 9 градусов. 26 студеня Украину прыдет больше холодное поветра. У нас слупки термометров покажут до 17, в особных районах до 20 градусов морозу. В день шакается до минус 10. Холодная будет и наступная ночь, а на выходных знов потеплее.